Ну, что ж, в общем-то, добрый день, дорогие мои друзья. Давненько не было летсплеев, и хотелось сделать что-то эдакое, чего мало в интернетах. И в последнее время не выходило достойных игрушек каких-либо. Я, конечно, не спорю, у каждой игры есть толпы фанатов там, но меня не привлекало ничего, тот же Dark Souls 2 или DLC, вышедший к Outlast, я опять не хочу кирпичами просто бросаться по комнате. Собственно, вот вашему вниманию предлагается Илья Нойер, L.A. Нойер от моего лица. Игруля про детектива, это 60-е, 70-е года, вот. В общем-то, начало игрули нам показывается, как старая Америка, персонаж покупает бибулю себе, то, что все у них офигенно и спокойно. Американская мечта, собственно, и сейчас мы увидим кучу китайских авторов. Я надеюсь, игра не развалится, как только я забегу и начну играться. Сверхреалистичный ковбой. Никита Михалков выступает перед прессой. Вдруг мы переносимся в Египет. С кучей страшных барышень с зубами курильщика и... Ну ладно, такие же не страшные были. В общем, старая Америка. Вон Хэдкраб, кстати, был слева. Так. Похоже местечко на момент из Великого Гэтсби. Масонский знак. Я надеюсь, мы наконец скоро начнем играть, и, как я понимаю, этот момент настал. В отражении. Именно так будет называться наш лексплей. Игра будет более диалоговая, и даже не более диалоговая, это будет хороший стратегический экшен какой-либо, я не знаю, как это правильно назвать. То есть вообще игруля это экшен, то есть здесь ездить на биг-биге, расследовать дела, имеется возможность, к примеру, вот вы нашли улику, я вам попозже покажу. О, вот, мы их гоняем. Черт, твою мать, бомба. В общем, пригоняем на место преступления. Как самый крутой детектив в этом городе. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male backed up and on his way to Central Moore. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then drew his piece. We need you guys to try and recover the gag. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles. If we recover the weapon, bag it, return it to technical services. Hurry up, Floyd. I'm out of here. Happy hunting. Так, мы начинаем. Напоминает это жита. Давай, давай, давай. Бутылка. Вот, сейчас я вам как бы наглядно покажу, что здесь можно делать. Вот мы берем объект в руку,
и... То есть можем его вертеть как хотим абсолютно. Вылить, например, из него что-нибудь. Нет, вылить не можем. Surgeon Simulator. Получается какой-то. Так, не все объекты, естественно, имеют отношение к расследованию. Несколько предметов может лежать рядом, как вы видите, и можно как бы выбирать их. Возможности человека. Взгляни на это, нас зовут, окей. Нас зовут Коул. Так, машинка. Что? Кровавый след найден на двери. Видимо, здесь застрелили этого парня. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Ooh. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go, once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Сейчас осмотр закончен, окей. What have you got, Phelps? Anything? Сейчас давайте поищем, так. Можно ли сейчас сюда зайти, интересно. Вот, тут подсвечен. А! Ух ты, мы можем подниматься по водосточным трубам. Отсылка к новому Спайдермену. Черт возьми. О-о-о-о! Ну все, попадос, ребятки! Давайте попробуем как. Клинт Иствуд. Я самая рука на диком. Господи. Самая быстрая рука на диком западе. Отлично. Так. Ну, ёлки-палки. Да, это ствол. Надо сфокусироваться на данной точке. Ага. Smith & Wesson. Serial S71893. Пульки. Two rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Так, все, он у нас есть. Follow up on this now, before the perp tries to leave town. Интересно, что здесь моргает фонарь. Давайте возьмем блокнотик и улики. Так, ну это как бы обучалка. Я выбрал. Описание рисунки всех найденных улик заносится в каталог. Да, я это понял, черт возьми. Интуиция. По мере того, как ваш герой получает опыт и новые... Он накапливает баллы интуиции. Их можно использовать при расследовании дела. Отлично. Все, думаю, пора. Больше на крыше ничего интересного нету. По-моему. Так. Let's take it back to Central. We could get a commendation. You show some initiative, Ralph. See if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Вот, наша задача сейчас является поехать и осмотреть оружейный магазин. No harm in doing some digging. Suits didn't seem to give much of a damn. Stuck in a little boy scout hole. Надеюсь, вы в игре будете пожалуйста помогать мне. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Центральное отделение. Все, поехали. Давайте к игре вот прям.
Сори. It might come in handy at your trial. О, ништяк. Так даже круче. Ну что ж, едем мы на катафалке. Форде. Вот мне интересно, Эллинойр, это Rockstar. И здесь они указывают настоящее название машины. А, но чертовы GTA 4, они выдумывают каких-то доминаторов, кунилингуляторов каких-то, я не понимаю. Делают модели реальных машин, изменяют им задний бампер буквально и придумывают другое название. Для чего это делать? Нельзя ли взять, например, одну и ту же машину? Ее оригинал. Очень странно. Но здесь меня радует. О, а можно ли убить человека? Давайте не будем пробовать. Только развернемся. Лада Рейсинг. Сирена задолбала. Что ж, все, мы в оружейке. Галерея пушек. Ёпта, да мне ж не утки нужны, а стволы. Any ideas? Have a word with the owner. Officer Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Oh. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? You're my guest. This is about something bad, right? Итак, Model 27 осмотрим журнал. Pearl. Нам нужны модель 27 перламутр. Вот они, 27-е. Вот он наш клиент. We're in luck. Эрл Шредер. Шредер! Шредер, господи! Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Как я понимаю, черт возьми, мы едем в канализацию, дорогие друзья. Самому главному владею. Блин, мы нужны Лос-Анджелес, а Шредер был в Нью-Йорке. So hard, wasn't it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. Yes, sir. Мне не нравится название этой фирмы. Видев у себя в городе, я, наверное, нас там показал. Интересно, далеко ли нам ехать? Ооо, fucking shit. Окей, то есть нам тупо пиндярить по мосту до конца и повернуть влево. Медленно, ну, в принципе, 60-е, тут все понятно. Дави грязных ублюдков.
right intact on this block? Вот мы его ценим, собственно. Look out! Квартира Шредера! Attention, guys! Сейчас вы узрите битву с этим ублюдком. Черт возьми. Воооо, как он могёт умеет. Обалдеть. Давай включай своего светлячка. А, нет. Шредер. Арбитер. Шредер. Ну, го. Ни черта не видно. Ты изменился, братишка. Closure Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. Bitch. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him around. No way. You're not taking me down for this. Whoa! О! Английский бокс! Окей. Черта себе! Я думал, игра будет мирная. А вот нихера. Ну а! Как GTA 4. Все. Раф, you alright? I'm fine, I hardly felt it. It's lucky you caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Давайте проведем осмотр. Предмет наличия улик. Нам нужно получить какая-нибудь кровавая улика. Seems irrelevant. Я бы почитал. Нам уже кровавая какой-нибудь месиво. Давайте заглянем в ванную. К этому чувачку. О, шлем по попу можно было поднять. Так, сюда нам нельзя. Бухло сейчас. Давайте. Выберем что-нибудь да подороже. А, нет, нельзя. Да этот парень боксер. Военный билет. Ай, ладно. Посмотрим. Какие-то записи абсолютно не понимаю. Россия! Ладно. Это просто записи. Стоп, там можно бы перевернуть страницу. Детективка. Ну я понял, друзья. Ага, ну давайте же. Так, следующее. Долби. Анжела Сатана. Так, перевернем страничку еще разок. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation, or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Mm-hmm.
что ж, как я понимаю, мы завершили первое дело, нам показывают кривой паровоз. Арийцев, который выходит из него. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me. Новый батя в этом городе. Fuck you. You say I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for. I know why you're here, asswipe. Отрыжка общества. Господи. Some people don't seem to get on this bus. Excuse me. Fuck you. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? You're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Ну, окей. В общем-то, прошли мы первое дельце, как я понимаю. Да. И в следующей серии. Well, you pick the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty water.